Здарова всем, ребята, Кента ПК на проводе, и прямо сегодня вы увидите реакцию школьников на нож Flip Knife. Также вы увидите, помимо всего этого, мою реакцию на нож Flip Knife, потому что я его тоже увидел вчера впервые, когда ТикТак купил набор, он мне показал, и я просто офигел. Также сегодня я, ребята, хочу подарить один Gold Pass. Короче, ребятки, давайте так, если вы поставите много лайков, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий, то я вам разыграю парочку Gold Pass, поэтому, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь. Ну что же, а мы начинаем! Хочешь дорогой инвентарь с топовыми арканами? Заходи на mystandoff.ru и открывай бесплатные кейсы каждые 3 часа и выигрывай дорогие скины. Быстрый вывод, моментальные выплаты и множество кейсов. Промокод Кент умножает сумму пополнения на 25%. mystandoff.ru. Заходи и выигрывай, это мой выбор. Дело было так. Я, ребята, взял троих школьников и решил у каждого по отдельности спросить, что они думают по поводу нового ножа Flip Knife. Что же они думают, а также мою личную реакцию, сейчас вы все это увидите. Что это? Что это? Да чувак, это рофл какой-то. Что это? Да ну! А чё это за палочка? Мне на кухне нож длиннее. Это рофл такой? Ну стой на месте, замри. Подожди. Охренеть, какая бога анимация. Ты тупо пальцем держишь лезвие. Я просто в шоке. Ребята, у меня нету слов. Я в шоке. Чувак, что это такое? Ну а сейчас вы уже увидите реакцию школьников. Я хотел найти того школьника, которому понравится Gold Pass, кому понравится Flip Knife, и которому я смог бы подарить этот Gold Pass, и он бы сказал бы: «Кентуха, спасибо тебе большое». Но просто подарить это сильно просто. Я решил сделать так: если он меня выиграет в дуэли, то я ему подарю Gold Pass. Если он меня не выиграет, то увы. Лайкер, слушай, что ты думаешь по поводу нового ножа? Я тебе его скинул в ВК, посмотри. Ну, можно было бы лучше сделать, но новый нож — это всегда круто. Ну, В общем, ты не очень доволен и с ним не будешь играть, да? Да. То есть я смотрю, ты же купил новую донатерскую коллекцию, но тем не менее, новый нож тебе чуть не очень понравился, правильно? Да, скорее всего, его продам. Ну, окей. Флики, что ты думаешь по поводу нового ножа Flip Knife? Ну, я на него посмотрел с твоего скрина, он не особо такой вот красивый, и Frozen такой скин, знаешь, говнистый немного. Ну, короче, ты думаешь, что типа нож так себе, на троечку, да? Типа... Вообще, я бы не стал тратить на него уровни свои. Да, ну, грубо говоря, нож-бабочка в разы красивее, правильно? Да, он еще и крутится так красиво. О, тут я с тобой согласен. А вот Frozen, вот этот... Ножик Flip Knife, вообще фигня. Там, короче, знаешь, какая анимация? Анимация, короче, как на ноже бабочки, только вдвое хуже. Вот это примерно... Вот это примерно анимация Flip Knife. Мне кажется, в 10 хуже, чем бабочка. Ну, может быть. И вот, наконец-то, я нашел того школьника, которому понравился этот нож, и которому я хотел бы подарить Gold Pass. The Fix, смотри, я прямо сейчас тебе в ЛС скину... Получается, скриншот нового ножа Flip Knife. Пожалуйста, оцени его. Что ты думаешь по поводу этого ножа? Вот я тебе в Дискорде только что скинул. Что думаешь? Охренеть, какой он крутой! Охренеть, минус уши. Ну, говори, извини, прибил. Капец! Понравился? Я такой хочу. Че, сильно хочешь? Да. Короче, ты первый человек, которому понравился этот нож, поэтому... Давай, дуэльку до 5 сыгранем, если ты меня выиграешь, то считай, ты получишь Gold Pass. Окей? Ты готов? Окей. Давай, все, поехали. Слушай, а почему тебе так сильно нравится этот нож? Ну, что в нем особенного? Ну, он новый и такой прикольный. Ну, короче, тебе больше всего нравится нож, потому что он новый, правильно? Ну, я понимаю, просто новый нож, и ты такой: вау, класс, новый нож, неважно, как он выглядит, главное, новый нож, да? Он отличается от всех. Ну да, он более убогий. Ну, это лично мое мнение. Но тебе он нравится, правильно? Да. Ё-моё, нифига себе. Давай. Слушай, ну я же тебя выиграю, ты понимаешь? Попал! Так, сколько у тебя хп?
Не скажу. Играем до пяти, короче. Ядрить, колотить. Но ты опасный маньяк. Да. Блин. 1-0. Блин, братик, ты понимаешь, что с каждой твоей смертью Gold Pass от тебя отдаляется? Ты это понимаешь? Да. Так, ну что же, подчинены пока что счет 1-0. И, конечно же, Кента ПК делает килл. Для тех, кто пишет, что это постанова или еще что-то, ребят, как все было? Я зашел в Дискорд, спросил, кто поможет сняться видео, спросил, кому надо Gold Pass. Зефикс сказал, что ему надо. Поэтому, подчинены, тут все реально, все по-настоящему. И, возможно, он выиграет Gold Pass. Так. Ох ты, блин, какой ты хитрый. Нифига себе, слушай, что у тебя за оружие? ЕМП? Блин. 2-0. Я еще раз напоминаю, мы играем до 5, но пока что что-то тебе вообще не везет. Ща я возьму оружие одно. Давай. Че, тебе уже хватает денежек на КР? Но я тебе говорю сразу, нет. Если у кента в руках дробовик, тебе никакое оружие не поможет. Слушай, Зефикс, а как тебе вообще новогоднее обновление? Что думаешь по этому поводу? Ну, мне нравится озвучка, когда заходишь в этот новый блин! 8 хп! Да ну нахрен! Охренеть, ты живучий. А что тебе еще нравится? Новый режим играл уже? Еще нет. Ну а что вообще думаешь по поводу новых режимов? Ну ты же видел обзоры ютуберов и так далее. Прикольно или типа такое? Ну прикольно, прикольно. Я, короче, играл в новый режим, и мне тоже все очень понравилось. Да. 3-1. Вот это кент, которого я люблю. Блин, я у тебя смотрю, у тебя вообще нету никаких скинов. Ты еще никогда в жизни не донатил стендов? Нет. Блин, ну это печально. Ну, короче, давай так, если даже я тебя выиграю, я тебе просто, знаешь, так, чтобы тебе было не очень обидно, я тебе подарю какие-то скины. У тебя есть голда, если тебе купить? Хоть чуть-чуть? Ну, да. Ну, окей, я тогда тебе подарю какую-то легендарочку. Ни хрена себе! Опять 18 хп, ну ты живучий. Так, ребята, счет 3-2, и я скажу так, что, возможно, будет даже камбэк, Зефикс. Ну ты постарайся, Gold Pass на кону, ты же это понимаешь, да? Понимаю. А ты себе хотел бы Gold Pass? Ну да, там ножик в конце. Да, ради ножика, ну да. Я чуть сразу не подумал. Ну, короче, нож тебе капец как сильно понравился, правильно я понимаю? Очень. Так, играем байтемка, играем ровно до 5. Слушай, ты где? На Б. На Б? А зачем ты мне говоришь, где ты? Опа! 4-2. Так ты говоришь, что нету скинов, вот я смотрю, эмочка ли... А, это ты мою подобрал, да? Да, я твою подобрал. А, я думаю, ты жалуешься на жизнь, рассказываешь, что у тебя нету скинов, а у тебя там эмка, Лизард. Так, ну что, последний раунд, если я тебя сейчас выиграю, поэтому давай там соберись, давай, напрягись и... И, возможно, прямо сейчас ты получишь Gold Pass, как ни крути. Потому что до тебя было еще 2 человека. Никому он не понравился. Ну, типа, Gold Pass понравился, но никому не понравился Flip Knife. Но именно тебе, капец, как он понравился. Я хотел бы, чтобы ты меня выиграл. Давай. Ну. Ой-ой-ой. Ну ты, слушай, опасный парень. Ты куда по кенту стреляешь? Это, так сказать, новогоднее спасибо. Да блин, я дебил! Давай, Чувак, как же тебе повезло? Ты просто не представляешь, просто тебе повезло. Все, второго такого шанса не будет. Я предупреждаю сразу, второго такого шанса не будет. Сейчас я возьму себя в руки и покажу, кто тут настоящий нагибатор 228. Блин, слушай, походу ты можешь реально выиграть Gold Pass. Все в твоих руках. Я знаю. Давай. Меня еще соседи начали стучать. Прям вообще зашибись. У тебя прям шанс увеличивается. Слушай, а что ты с ножом бежишь? А, ты с флешкой бежал. Я просто не заметил. Нифига себе! 4-4! Да ну! Блин, да ну! Ты еще Gold Pass выиграешь! Охренеть! Слушай, ну ты красавчик! Если ты выиграешь, то я тебя поздравлю. Так, ну что же. Продолжаем дальше нашу битву. Поехали. 4-4. Кто же будет сильнейшим? Кто же будет лучшим? И кто же получит Gold Pass? Как ты думаешь, кто получит? Я. Думаешь, ты получишь? А как ты оцениваешь свои шансы? Да! Да блин!
Но я тебе ровно в голову стрелял. Но я вижу, тебя это задело. 5-4, я выиграл. Эх. Обидно, наверное, быть тобой, да? Обидно. Давай, утешительный приз. Ты Gold Pass не выиграл, но все-таки Кента пока добрый. Чтобы не писали в комментариях, что Кента пока жлоб. Да. Наверное. Да, короче, ты красавчик, ты меня почти выиграл. Но, к сожалению, ты проиграл, поэтому твой утешительный приз. Я тебе даю голду прямо на видео. Все, вот, зафикс. Спасибо. Ну что же, мои уважаемые подписчики, в принципе, на этом все. Вы также можете выиграть Gold Pass. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. И, возможно, в следующем видео именно кто-то из вас выиграет Gold Pass. С вами был Кента ПК. Всем удачи и всем пока.